Так, пустой центр города. Уже почти полдень, все закрыто. Какая же картина закрыта.
А не подскажете, маски есть у вас? 4-й аптеке маску купили. Так что все-таки не видно. Людей на улице явно меньше. Людей вообще нету. Изредка встречаются уборщики. Машины. И магазин игрушки тоже закрыт. Такая надпись. Теплицкий. Продукты работают.
все остальное закрыто. Карантин. Продукты еще открыты. Аптека тоже работает. Thank you.
Детский сад закрыт на карантин. На улицах безлюдно. Напоминаю, что сейчас полдень, около 12 часов дня. Второе число. Школа тоже закрыта на карантин. Тихо. Улица 8-го, пошивочное предприятие, по всей видимости, тоже закрыто. Вот тут даже замок какой висит. Улица Карла Маркса. Повернем в сторону зубной. Thank you.
улица Октябрьская. Закрыто, 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 закрыто. Закрыто, закрыто, закрыто. Так там тоже закрыто. Тут половина открыта. Объявление зубной. Вот такой небольшой экскурс по городу Гусь-Хрустальный. Спасибо всем, кто смотрел. Подписывайтесь, кто не подписан. Пишите комментарии. Комментируйте. Высказывайте свои мнения. Всем удачного дня, хорошего настроения и не болейте.